салем! Салем! Вы на канале YouTube Тейка о самых разнообразных народных обзорах в Казахстане. Тема нашего выпуска – пакетированный чай-пиала, который мы купили по стоимости. Около 300 тенге, или около 70 центов США, или около 60 центов евро. Поехали! Вначале распакуем упаковку пиала Gold. Состав – кенийский черный чай, высший сорт, 25 пакетиков для разовой заварки. Масса нетто 45 грамм. Ну а теперь переходим к самому вкусному моменту. Переходим к дегустации. У Эли чай с молоком, ей повкуснее, а мне вот обычный без молока. Мне сойдет. Давайте сейчас попробуем и поделимся своими впечатлениями. Поехали! Так, ну что же, девушкам вперед дорога. Скажи, пожалуйста, Эля, насколько он вкусный? Обычный вкус. Да, я тоже вынужден с тобой согласиться. По вкусу он обычный, не выделяется чем-то особым. Теперь пришло время высказать свое мнение по поводу плюсов данного чая. Удобство использования. Если вы хотите отправиться в путешествие, в командировку, да, или у вас не так много времени, то этот чай как нельзя кстати, потому что он заваривается достаточно быстро, буквально там за 5 минут, то есть вы берете кипяток, закинули туда вот этот пакет, и все здорово, все оперативно и четко. В плане минусов. Обычный вкус. Да, то есть, как вот мы только что пробовали из дегустации, мы делаем вывод, что по вкусу он ничем особо не выделяется. Все равно, вот заварной чай, он вкуснее, да, на наш взгляд. Теперь стоит подвести итоги и выставить нашу субъективную народную оценку. Какую оценку мы поставим? 7 баллов из 10. Или хорошо. Наши рекомендации. Если у вас не так много времени, вы торопитесь и не хотите тратить много времени на приготовление, вот этот чай быстрого приготовления как нельзя кстати, он для вас. Но если у вас времени побольше и вы хотите насладиться ароматом вкусного чая, то стоит обратить внимание на заварные чаи. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Возможно, у вас есть какие-то свои варианты вкусного чая. Кстати, их довольно нелегко сейчас найти. Всем пока!